Я в детстве здесь прожила много лет. Потом уехала в Россию, на Восток. С Дальнего Востока я приехала. Да, изменения есть. Есть много изменений. Но это не то. Не то. А вы думаете, что нынешний примар сможет решить эту проблему? Нынешний примар не решит. Это 100% хочу сказать. Он не решит эту проблему. Он не решит. Денег нету в бюджете. Нету, даже пусть весь народ знает, что в бюджете нету денег. Жители города, как вы думаете, были бы согласны заплатить 15% или 20% из реализации такого-то проекта? О чем вы речь ведете? О чем? Какое может население, когда у нас население не имеет вот этих денег? Мы пенсионеры, мы не имеем вот этих денег. Мы за счет железной дороги... На копейки. Мы за счет железной дороги, мы вот существуем. Проекты. Какие проекты? Кто им, действительно, Россия не даст. Россия не надо. Не даст, это 100% России не даст. Потому что они... Я получаю 800 лей. Я уже 4 года на пенсии, вышла на 500. 40 лет простояла за прилавком. Вышла на по минимуму. А теперь уже у меня за 4 года 800 лей. И как я могу оплачивать все эти услуги? Никак. Это что мне делать? Оплачивать за газ, за свет, за воду? И что дальше? Ну а как вы видите решение этой проблемы вот с водой? А даже вы знаете, даже и не знаю, как ее видеть. Я не знаю. Страну разворовали, а теперь люди оплачивают, да? Мы по 3 месяца не получаем зарплату. Где вы работаете? На железной дороге. А что говорит начальство? Почему вы не получаете зарплату? Говорят, что в дороге нет денег. Дорога в убытке. У нас в нашей организации идут на смену 7 человек. Когда раньше было по 40 человек, значит, ну на сегодняшний день, сколько я работаю, знаю, примерно 2 поезда идут. Когда-то бывает меньше, когда-то больше, но в среднем где-то так. Где зарплата? Ну, мы, например, уже за 2 месяца не платим за свет. Почему? Не хватает. Сколько вы платите за воду? 9 лей за кубометр воды на сегодняшний день. Ну, у нас в семье, вот у нас семья из 3 человек, мы платим где-то в среднем по 10 кубов. 90 лей получается. Но если будет 15, то 50. И при том, что не дают зарплату,